Всем привет! Это Борис Кузьменко, и сегодня мы с вами познакомимся с одним из самых популярных цифровых фортепиано от Kurzweil, а именно с моделью M90. Данный инструмент является представителем бюджетного сегмента, но при этом завоевал огромное количество положительных отзывов от реальных пользователей. Итак, давайте приступим. Во-первых, M90 – это фортепиано стационарное, а значит, после покупки оно станет частью интерьера. Несмотря на то, что инструмент производится только в двух цветах, этого, скорее всего, будет достаточно, так как цвета очень универсальные – палисандр и белый. Впишется это в любой интерьер. В плане дизайна все просто, как вы видите. Нет ничего лишнего, но при этом все нужное на местах. Например, клавиатура. Не премиум класса, конечно, но для этого ценового диапазона более чем приемлемая. Полностью взвешенная, с имитацией реальной фортепианной клавиатуры. В плане звучания здесь представлен стандартный набор из 16 тембров. И появляется отличная возможность поэкспериментировать со звучанием. Особенно это может быть интересно для начинающих пианистов или тех, кто чувствует в себе большой творческий потенциал. Среди них два варианта рояля, три электропиано, два органа, клавесин, вибрафон, гитара, бас-гитара, контрабас, струнные, имитация хорового пения и два пэда. Каждый тембр имеет свое неповторимое звучание, а благодаря достаточно мощной акустической системе звучат плотно и богато. Наличие трех педалей при этом дает большее пространство для музыкальной нюансировки. Касательно панели управления, мои впечатления неоднозначны, так как есть удачные решения и менее удачные. Меню и возможности инструмента достаточно обширные, но кнопок управления при этом достаточно мало. Соответственно, все функции доступны внутри меню и выбираются в основном с помощью комбинации кнопок Function и определенной ноты на клавиатуре. При этом Kurzweil добавили на панель небольшой LED-дисплей, что очень помогает в поиске нужного звука или функции. Также важно отметить, что часто даже более дорогие инструменты обделены каким-либо дисплеем. Перечислю парочку важных функций, которые вы найдете именно на панели управления. Во-первых, это метроном. Как ни крути, а метроном — это неотъемлемая часть качественных занятий на любом музыкальном инструменте. Во-вторых, функция записи своей игры. Помогает услышать себя со стороны и сделать анализ ошибок. Или просто насладиться своей игрой. В-третьих, это возможность разделения клавиатуры на два разных тембра или наслоения их друг на друга. Это уже больше творческий элемент, так как это могут быть два любых тембра в любой комбинации. Также M90 позволяет подключить две пары наушников, использовать инструмент как мини-клавиатуру, а также есть специальный разъем для внешнего источника звука. И чуть не забыл о том, что в комплекте к инструменту уже идет банкетка. Что не говорите, а дополнительные опции — это всегда приятно. С учетом всего вышесказанного, я бы рекомендовал этот инструмент начинающим и музыкантам-любителям, поскольку соотношение цена-качество здесь очень даже хорошее. На этом, пожалуй, все. Большое спасибо за внимание и не забывайте задавать вопросы, а также писать о своем опыте использования данной модели. Все в комментариях. И до новых встреч!